Алина и Алиса. Всем привет. Сегодня мы открываем новые сюрпризы в Ивернушка. Какие-то новенькие сюрпризы появились. Алина видела их в рекламе. Сегодня мы такие пакетики увидели в магазине. Решили купить, посмотреть, что там. Ну, давай посмотрим. Это такая игрушка, которую выворачиваешь на другую сторону, и там появляется еще другая. Смотрите. Что это? Ой, что это? Это моржик, похоже. Такой, как будто моржик. Ну-ка, вернуть, если. Сейчас давайте посмотрим наш вкладыш. Давайте. Сначала. Ой, сколько их тут много. Ой, правда. О, ничего себе. Собери 100, а более 100. Вот это да. И с другой стороны. Ребята, ничего себе, как их много. Огромное количество. Специальная серия, ограниченная серия. Смотрите. Самые редкие. Мы сейчас будем искать нашу. Так, редкие, простые. Ой, как их огромное количество. Прям много-много. Ну-ка, давай посмотрим, что там у нас за существо. Морж и... Пингвин, похоже. Пингвин. Вот такие какие-то они прям... Основа деревянная, а вот этот вот чехольчик сам, он резиновый такой, силиконовый. Угу. Что у нас тут? Вот он. У нас простая фигурка получилась. Ладно, давай вторую посмотрим. Прикольно, да? Ну да. Вторая вывернушка. Это получается, у меня их будет 4. Ну, почему 4? У тебя их будет 2 вывернушки. О! Медведь. Так, какой-то розовый медведь. А если вывернуть, то... Ну-ка. Бегемот. Вот это здорово. Я такие еще игрушки не видела. Бегемот фиолетовый. Медведь розовый, бегемот фиолетовый. Ну-ка. Так, подождите, сейчас. Ребята, в общем, мы разобрались. В итоге у нас розовый котик с фиолетовым бегемотиком. Ну, конечно, они мало похожи. Но бегемотик еще, если похож на бегемотика, то котик, конечно, больше похож на какого-то медведика. Как-то нам так показалось. Вот такой вот, смотрите, розовый тут есть. Розовый медвежонок, вот смотрите. Ну, у него же мордочка фиолетовая, а не белая. Ну, да. Ну, ни на кого больше он не похож. Похож вот на этого котика. В общем, короче говоря, котик у нас с бегемотиком. Еще кто? Пингвин. С кем? С моржом. С моржом. Вот он. Нет. Это морской котик. Красный морской котик. Угу. Ну-ка, ставь их вместе. Такие у нас сегодня игрушки попались. Ну что, ты ждала большего? Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока. Всем пока-пока.